Дорогие друзья, сегодня в нашем клубе «Восток» концерт певицы, актрисы Татьяны Голышевой. Она давний друг нашего клуба и выступала с такими замечательными автором-исполнителем, как Виктор Федоров Вишняков, под аккомпанемент Татьяны Хазановой. И многие знают ее и любим. А сегодня у нее еще день рождения. Давайте все ее поздравим и пригласим на сцену. Спасибо, мои дорогие. Я очень тронута. Спасибо. Спасибо, я очень тронута. Ой, первый раз так решила. Все раньше не отмечала. Концерт – это самый большой подарок. Ну вот нас немного, поэтому это будет не академический, да, концерт в прямом смысле этого слова, а сделаем такую дружескую встречу. Давайте. Что еще сказать? Да, хочу представить вам коллег своих, музыкантов. Это все гитарист-виртуоз, всем известный, любимец Востока, востоковцев. Игорь Яковлев. Гитара и мандолина, и гитара. Это лауреат международных конкурсов Антонио Бонд. Он знает русский язык, так что если говорить он не будет, но если вам что-то надо узнать, он... Добрый Пантали, секунда, солида, синистра. Ну, будем по-русски говорить. Так, значит, первые песни будут вначале, это Федоров Вишняков. Я как-то делала уже концерт в этом зале. Мне он очень нравится, он такой уютный, домашний, замечательный просто. Пока мы все еще живем, и погрустим, и посмеемся, мы вспоминая о былом, и погрустим, и посмеемся, мы вспоминая. Мы встречу эту всем тем, кого между нами нет, тем, кто скитается по свету, тем, кто покинул этот свет, свечами стук украсим снова. Наступающей тиши почтим их память добрым словом и выпьем за память души. Почтим их память добрым словом и выпьем за память. И вдруг поймем,
встречу эту ослабить песнями пора. И будем наполнять бокалы и петь до самого утра. Друзья, давайте соберемся, пока мы все еще живем, и погрустим, и посмеемся, мы вспоминая о былом, и погрустим, и посмеемся, мы вспоминая. Спасибо. А вазочку, Антонио, я вазочку, пожалуйста. Я потом расскажу об этом человеке. Не случайно здесь оказался. И еще одна песня Виктора Федорова Вишнякова. Это автор, которого я люблю, обожаю. Его нет уже, к сожалению. «Белые лебеди». Часто дыша, от поцелуев хмелели, в рай уносилась душа, а белые лебеди плыли в желтом от листьев пруду. Будто на крыльях летали в небо густой синеве, а белые лебеди плыли в желтом от листьев пруду. Еще
одна песня Виктора Сергеевича Федора Вишнякова. Она посвящена Валерию Александровичу Гаврилину. Кстати, в этом месяце, в августе, день рождения был его. «Соловушка». Что же ты, соловушка, глазоньки закрыл, уронил головушку, крылышки сложил? Что же ты, соловушка, песня Виктора Федора Вишнякова «Двое». За столом сидели двое у раскрытого окна, пили красное сухое, глядя в небо голубое, и догрели от вина. Он молчал, она молчала, каждый думал о своем. Где-то музыка звучала, и она ему сказала: «Дорогой, давай споем. Час повеселел, взял потертую гармошку, примостился у окошка.
Спасибо большое. Так, ребят, вы сейчас немножко отдохнете, да? А я представлю вам. Вот это неожиданно было для меня. Так получилось, что мы созвонились с актером с одним, и я его пригласила выступить сегодня на этом концерте. Это артист театра и кино. Он снимался в очень многих фильмах. Я сейчас, конечно, забуду. Так, может быть, несколько. «Убойная сила». Потом «Менты». Короче, он играл бандитов одних. Может быть, вы узнаете. Лицо узнаваемое очень. По-моему, Лёнь, ты бандитов только играл. Но я-то его знаю с другой стороны. В 83-м году, когда я в театре музыкальной комедии еще работала в Ленинградском, и там учитель мой Владимир Егорович Воробьев, тогда он был главным режиссером и руководителем нашего курса. И вот он там поставил спектакль на музыку американских композиторов. И там я играла главную роль Мэри, такую, это с микрофоном, у меня нет такого огромного голоса. И Леня был приглашен на героя, он тоже играл главную, Уилл, там как-то его звали, по-моему, Уилл. И играл это Костецкий, вот, Костецкий, Виктор Александрович играл главную роль. И в дубле они играли по очереди, вот Леня Максимов, Леонид Максимов. Сейчас я его попросила, чтобы он не просто пришел, а спел песенку или две. Он сказал, если эта песня с тоном, а если этот стон песней зовется, то я тогда спою. Давай, Леня. Если доверишь инструмент. Да, доверю. Мне потом ребята подстроят. Ну как, по-мужски настроены или по-женски? Миссисом? Или... Да все, как положено. Все, у нас... Ты сколько будешь? Ты больше двух не надо. Ух ты, что это такое? Миссисом. Ну вот, Танюша, вот мы и встретились. Да. Сколько лет я все... Пригласи меня на концерт, пригласи. Слушай, а мы ведь я в 84-м пришел, в 86-м я ушел. А с тех пор мы, по-моему, с тобой вот так живем-то и не виделись. Может, я не помню. Когда проходите молодость. Слушай, я не готовился. Потому что я с дачи приехал, гитары у меня не было. В общем, у меня женских песен мало. Ну, одна, по-моему. Сейчас я ее. Слушай, я что-то забыл ее. Я бы было прийти пораньше, чтобы порепетировать, а не на сцене репетировать. Время, да? Поехали. Я позвонил вам с телефона автомата. Я вечно ваш и буду вечно вас любить. А вы ответили, что вам звонить не надо. И будет лучше, если мне вас позабыть. Для вас любовь прошла как сновидение, и в этом может быть моя вина. От одиночества сегодня, кстати говоря, получил я приглашение. Свечу зажгла ее величество луна. Но как забыть ваш взгляд печальный, томный, и этот локон запахом весны? Я на счету у вас должно быть, Таня, миллионы. Какие сладкие у вас должно быть сны. Для вас любовь прошла как сновидение, и в этом может быть моя вина. От одиночества сегодня получил я приглашение. Свечу зажгла ее величество
сад нас больше не обнимет. Цыганский хор не будет петь для нас. Благословение Божие вас да не покинет. И кара Божия, допустим, минует вас. Для вас любовь была, увы, забавным словом, как заведенный, повторяю вновь и вновь. Ах, если бы начать все как-то снова. Но кончим бал, свечу зажгла ее величество луна. Ушла домой, ушла домой ее величество. Любовь. Все, извините за секунду. Нет, нет. А что, все, у меня больше дамских песен нет. Мужской. Ну вот это может быть. Песня посвящается барышням, отъезжающим в далекий запад на постоянное место жительства. Неровность вычурная крыш течет за горизонт. 17-й квартал, Париж, чуть вздрагивает зонт. И женщина французская серьезно и мила. Спешит сквозь утро тусклое, должно быть, проспала. И тем, кто встретится ей улочкою узкою, не догадаться, здесь у всех свои дела. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. У бывшей русской подданной в квартире кавардак. А значит, что-то и в душе наверняка не так. Но как легки ее слова, и пусть неважно спит. Но от столичной голова на утро не болит. И вспоминая сон про дворики арбатские, она как в реку погружается в дела. И несмотря на настроение дурацкое, она такая же москвичка, как была. Каштаны негры продают у площади конкор. Придет сквозь лампочек салют бесснежный Новый год. И парижане о своем, задумавшись, спешат. И Рождество опять вдвоем с подружкой США наполнит праздничный Париж вино французское, а ей пригрезится Москва белым бела. Она пьет водку так, как подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Она хоть бывшая, но подданная русская. Она такая же москвичка, как была. Все. Больше как купить. Нет, это тайна. Ну почему? Все хотят знать. Это тайна. Там очень дорогие билеты, как мне сказали. Но тот человек, который устраивает, говорит, это что-то Новочеркасское метро, Новочеркасск. А, театр Буф. И возле Буфа есть какой-то центр вот типа вот такого. Что-то прям рядом. Я не помню ни адреса, ничего. Ну так, чисто визуально мне показали на карте. Какой-то там центр, там что-то. Я могу тебе скинуть афишу, а ты можешь. Ну там дорогие билеты. Мне сказали 1500, меньше. Ну короче, не я этим занимаюсь, поэтому. Все равно надо. Когда? Так вот как-нибудь когда? Встретиться. Вот здесь интересно, сколько аренда здесь? Или это не к тебе? Или это не к тебе? Милое местечко такое. Я не знал про него такое. Когда концерт у вас?
Что? Концерт. 9 сентября у него юбилей. Какой? Так я понимаю. Нет, не юбилей. Юбилей? Не юбилей. Юбилей через 3 года будет 70. А сейчас мне 67. Как я что? Молодой. Еще. А я думал, 65 тебе. Так видишь, это уже... Да я сам к 70 уже так психологически настраиваюсь, чтобы, ну как-то, чтобы войти в этот возраст и как-то не очень растеряться. Да брось ты это. Это самое то. Ты ничего не понимаешь. Верю, верю. Давай, продолжай. Для мужчины 70 лет, это не возраст. Конечно. Это смешно, да. Все еще как бы, что называется, иди. Ну да. Лёнь, спасибо тебе. Ты нас послушай, не уходи. Мы... Я самогонки принес, чтобы с тобой... Ой, боже ты мой, ну ладно. Своей. У нас концерт только начался. Так, продолжим, да? Сейчас мы будем... Игорь, нет, ты тоже, по-моему, ты говоришь, ты везде. Что у нас следующее? Баллада о свечах. Ты разве не... Игорь, ты везде. Как это? Звездочку, да? Да, да. Окей, поехали. Сокращаемся немножко, да, много раз. Так, значит, это будет Лобановского, песня Александра Лобановского. Леночка, ты знаешь, что я видела в интернете, там что работали вот с ним. Это знаменитая песня «Баллада о свечах». Автор – это Евгений Бачурин, «Ты негаданный, нежданный». Ты негаданный, нежданный, что не мог.
живи без боли, не оглядывайся вспять. Нехорошо гулять на море, если ноженьки связать. Хорошо гулять на море, если ноженьки связать. Ты никогда не ждали, что не вовремя пришел. Один сюрприз. Я хочу пригласить поэтессу. Мне очень хочется, чтобы стихи почитала Людмила Румянцева. Людочка, вот я тебя увидела, и у меня прямо это вот решение. Я думала и раньше об этом. Почитай, пожалуйста. Да. Это так же, как для предыдущего. Полная неожиданность, стихов много, но я вот так сходу, хотя бы идеально, но не помню вообще ничего, поэтому, что-нибудь попробую. Да, Танечка, значит, у тебя день рождения, оказывается, я вообще тоже с дачи. Я посмотрела Глушева, и кинулась сюда. Так что я тебя поздравляю, у тебя сегодня прямо. Спасибо, да не важно. Ну, не важно. Вот, значит, день рождения такая точка между уже... Там тем, что было, и еще то, что будет. От уже до еще – это самое лучшее время. То, что было – прошло. То, что будет – еще впереди. Это время свободы. Едва обозначена тема и на воле отпущена. Если желаешь – лети. От уже до еще – это время мечты и надежды. Нераскрытый бутон и неброшенный взгляд на часы. Я все время живу в этом странно заманчивом между, положив словно гири уже и еще на весы. Но о том, что прошло, даже в грустных стихах не жалея, и о том, что придет, не желая в гаданиях узнать, я по жизни иду, как по майской цветущей аллее, продолжая и в августе верить, надеяться, ждать. Здравствуй, август, мой любимый месяц. Ну, здравствуй, август, роскошь роз и вешен. Ночей росистых влажная прохлада. Отцветшими остильбами возвышен малины куст на каемке сада. Волнуется подросшая сорока. Зачем я в сад пришла незваной гостьей? Затем, чтоб не испачкав пальцы соком снимать губами спелых ягод грозди. И, подмечая осени приметы, вдруг оценить родство звезды и астры, и обнаружить на исходе лета, что лепестки мимолюса губасты, и слушать гроз пьянящие раскаты, и видеть, как, дрожа от ожидания, сад ловит в листья брызги звездопада и белых флоксов влажное дыхание. Так и живу, сумасшедший, под звуки грозы, пьющий малиновый сок, воспевающий веру в то, что взлечу. Я дождю подставляю тазы, будто мне мало колодца, но жадность и мера полюса два, меж которыми с детства мечусь. Так и живу, так и уйду, не сумев оценить середины. Но заучить я сумела почти наизусть в небе осенний маршрут журавлиного клина. И, подмечая чуть слышную подступ грозы, я понимаю нервозность застывшего сада, что обречен к прохождению от майской росы к самой последней и страшной игре листопада. Танечка. Проходите, кто пришел. Очень рада всех видеть. Так, ну что, мы споем еще Розенбаума. Ну, пока вот. Спасибо, Игорюшенька, спасибо.
Спасибо большое. Знаете, где-то, когда я ушла из театра музыкальной комедии, работали мы в дуэте с девушкой с одной в Ленконцерте. Это было где-то с 85 по 87. Мы ездили на гастроли. И вот какой-то год, 87 или 88 или 86, не знаю, но это было в прошлом веке, короче говоря. И мы тогда от Ленконцерта отправили целую команду по городам. И это были большие площадки, СКК. И вот Розенбаум пел одно деление, а нас остальные все пели во втором, в первом отделении мы пели, а во втором Розенбаум пел. Помню, что еще Бен Николаевич Бенцанов был еще тогда, и они там, он очень хотел последним выступать. Розенбаум сказал, да пожалуйста, но когда, и в результате, значит, все ждали только Розенбаума. Бенцанов понял это, потому что ему приходилось уходить под звук своих шагов, и он уступил, сказал, нет, Саша, да, ты действительно должен заканчивать концерт. Вот. И у меня все это на его песне Розенбаума на слуху уже сколько лет прошло. Потому что мы очень много, это месяц, наверное, катались по всем городам. Ну, мы там со Светланой работала, девушка на пианино, на фортепиано играла, я на гитаре, мы пели вместе. Ну, у нас там по две песни у всех там группа была. Глухари? Так, глухари, у нас себе мы, да? Вещи бьются грудью, да храни, не на шутку расходились, быть бы живу, так и мы когда-то жили, от зари до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры, мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно. Шрамы доброй памятью остались, а рябину всю склевали, да пороли на вино. Но кто помнит, прилетали на знакомое окно. Та-да-да-да-да. Забудешь, за птичками ходить. Та-да-та-да-та-и-да-и-дам. Та-да-да-да-да-и-да-и-дам. Сделаем. Уже, по-моему, час, да, где-то. Давайте перерывчик сделаем. Небольшой. И перейдем на второй. Сейчас
сейчас у нас будет все песни Акуджава, Булата Шалыча Акуджава. Тоже уже, поскольку говорю так иногда о себе, так хочу сказать, что тоже посчастливилось лично рядышком сидеть. А каким образом? Когда мы поступили в институт театральный, то у нас наш преподаватель Владимир Егорович Воробьев пригласил Акуджаву на курс, на предмет актерского мастерства у нас было, и он его пригласил. Значит, у нас при театре мускомедии занятия проходили в классе. И вот он сидел, мы там что-то для него пели. Помню, что рассказывал он про Тамару Семину, что он преподавал русскую литературу, и Тамара Семина сидела у окна и все смотрела в окно. Вот что мне запомнилось, это было где-то в конце 70-х годов прошлого века. Это очень давно было. Плохо. И в театральном институте даже есть фотография нашего курса, где Акуджава сидит в серединке там. С нами вместе. Микрофон, говори, пожалуйста. А, хорошо, не слышно. Да, голос у меня тихий стал совсем. Чем дальше, тем тише. Так, ладно. Итак, грузинская песня. Все эти песни вы знаете хорошо и поете их лучше меня, я уверена. Ну, я их очень люблю. Тоже грузинская. Семён, да? Виноградную косточку в теплую землю зарою, и лозу поцелую, и спелые грозди сорву, и друзей созову на любовь свое сердце настрою. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Собирайтесь, как гости мои, на мое угощение. Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву. Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешения. А иначе зачем на земле этой вечной живу? В темно-красном своем будет петь для меня моя даль. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви и печали. А иначе зачем на земле этой вечной живу? И когда заклубится закат, по вам залетая, пусть опять и опять предо мной проплывут наяву. Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Синий буйвол и белый орел, и форель золотая. А иначе зачем на земле этой вечной живу? Не клонись-ка ты, головушка. А ты не играешь? Я на гитаре играю. А я? О, там, да? Так, Игорь, может быть, вы местами поменяете? Так, у нас будут такие тут иногда... Перестановки. Перестановки, да. Споешь романс? Какой? Так, споешь романс какой-то вот перерисовый? Черт с тобой, черт с тобой, что-то вот такое. Нет, нет, это не в этой программе. Нет? Не в этой программе. Это там, за столом. Это буксальная часть, да? Mm-hmm.
Счастливый жребий. В следующем году Акуджаве 100 лет, по-моему, будет, да? 100 лет будет. Большая дата. Счастливый жребий. После дождичка небеса просторны, зеленее вода, зеленее мель. В городском саду плеты да волторны, капель мессеру хочется Акуджавы в переводе. Польская поэтесса написала, вот я не помню, к сожалению, не буду врать. Агнешка Осетская. Да, Агнешка Осетская. Да, да, точно, точно. Меня зовут. Да. Искушаем расстояние.
вас мне одиноко. Зачем мы перешли на ты? За это нам и перепало на грош любви и доброты. А что-то главное пропало на грош любви и простоты. А что-то главное Я зато бандитов не умею играть. Неизвестно, что. Кто на что учился, понятно. Так, музыкант. Эту песню вы знаете, что Окуджава посвятил Шварцу, своему другу. И тоже посчастливилось даже дома быть у Шварца. Он, конечно, очень интересный человек. Лечил всех, всю Сиверскую. Вот тут у меня знакомая из Сиверской. Она знает. Музыкант. Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то, чтобы любопытствовал, я по нему летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать. Из какой-то деревяшки, каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. А еще ведь надо в душу к нам проникнуть и зажечь. А чего ж с ней церемониться, чего ее беречь? Счастлив дом, где пение скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я лечу? Счастлив тот, чего не дало пальцы злый смычок костер, музыкант соорудивший из души моей костер. А душа уж и так точно, ежели я пожелаю, справедливее, милосердие. Еще одна очень известная песня, замечательная песня «Молитва». Было вступление? Не было.
еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Мудрому дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому. Господи, твоя власть, ты рвущему все власти на властвоваться всласть. Дай передышку щедрому, хоть до исхода дня. Каину дай раскаяние и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь. Как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим. Замечательными оставить. Они поднимут настроение. Сейчас вы услышите. Вы будете объявлять или мне что-то сказать? Я думаю, Игорь. Игорь, да. Ну, а я еще раз скажу, что Игорь Яковлев и Антонио Бонд сегодня на сцене. А вы сейчас не уходите, вы у меня будете гитару поднимать. А, вот. Мы с Антонио экспромтом с пару вещей. Сейчас мы вам их исполним. А можно гитару включить? Тут мы на
что она мне... Все горит. Пусть горит. А у меня она тихо работает. Да, хорошо для меня. Для такой гитаристки, как я. Сама не будет звука, да? Да будет. О, Сальмиус. Мы сыграем пару итальянских таких... чисто итальянских песен, и вы их узнаете, мы не будем ничего объявлять. Thank you.
Ну, после этого мне только придет совсем другой репертуар менять. Споем тогда, наверное, «Голубку», пожалуй. Пожалуй, сюда подойдет к этой программе. Боюсь, гитару упадет, вы так не ставите. Дорогие гитары такие, надо либо класть, либо в руке держать, либо подставку иметь. Извини, ой, за вас. Денег нету на подставку. Ну, понятно. Тогда просто на стул подавим. Ну, все, закончим «Голубкой» тогда, пожалуй. Гитара дорогая, не переживай. Мастеровая гитара. Геннадий Демин сегодня, как режиссер. Парус я твой найду.
не переживай. Ну вот, может, могу еще одну петь. Тут, девочка одна пришла, девушка, она любит эту песню очень. Ну, мне кажется, для всех хочется для всех вас что-то хорошее сделать. Не сожалей, Геночка, давайте сделаем. Не сожалей, найдем, а? Да? Будет, да? Вот просто Оля очень любит ее. Ну, не сожалей, это Виктор Федоров Вишняков. Только мне бы вспомнить, я же под фонограмму 100 лет не дал. Не сожалей, что юность отцвела. Что с любовью ты не повстречалась, не говори, что жизнь уже прошла. Она, мой друг, еще не начиналась, не говори, что жизнь уже прошла. Друг еще не начиналась, не обращайся к Богу вновь и вновь, не утомляй молитвою напрасной, настанет день, к тебе придет любовь. И властно настанет день, к тебе придет любовь. Так тихо, неожиданно и властно, и ты любовь сквозь годы пронесешь, отдашься со всею силой страсти, и лишь тогда ты наконец поймешь, жизнь не прошла, а с ней любовь и счастье, и лишь тогда ты наконец поймешь. Жизнь не прошла, а с ней любовь и счастье. Спасибо. Ну вот, все-таки уже надо заканчивать. И знаете, я хочу все-таки вам еще радостью своей одной поделиться. Потому что их не так много. Вот я прожила длинную жизнь, там больше, чем многие здесь, но меньше, чем некоторые, конечно, но не это важно. Важно, что я была, знаете, в апреле месяце был такой конкурс, он на канале НТВ идет. Это «Ты супер». Может, что-то смотрела, может, и нет. И вот я туда, ну, там надо пройти онлайн-отбор. А самое главное, что там 60+, там были 90 лет, даже мужчина был самый возрастной. И вот я хочу сказать, кто поет, пожалуйста, поезжайте в следующий год. Вот 60+, бесконечно там дальше. Ой, все бесплатно, дорога бесплатна. Месяц мы там жили, занимаются с вами там месяц. А где там? Это в Москве. В Москве. Гостиница «Космос» бесплатно месяц жили. По 2 человека. Я жизнь прожила, у меня такого счастья никогда не было. Я не прошла финал, но я нисколько не жалею. Там, знаете, все очень так культурно, там тонко. Такое отношение к взрослым людям, что ты не чувствуешь себя там, что ты, ну, не стала там в финале. Ну, финалистка из Мариуполя. Ну, это и правильно.
Она хорошо пела. Там лучше меня люди пели, поэтому они и вышли в финал. Но дело не в этом. Жили бесплатно. Месяц. Гостиница «Космос». Дорога бесплатно. Даже приезжали с Канады. Но наши, с Израиля, с Канады двое были. Они там больше 30 лет живут. И поскольку это другая страна, то он международный считался. Кормили 3 раза в день. Бесплатно. Уешься. Все есть. Слушайте, я такого рая не... Я теперь про НТВ не могу ничего плохого сказать. Только хороший всегда. То есть они так нам... Даже у меня зуб там откололся. Даже бесплатно пломбу сделали. В Москве. Вы можете представить? Вот, не могу не поделиться этим счастьем. Если вы хотите, поезжайте. Если вы поете хоть немножко, поезжайте в Москву в следующий год, да. Они там месяц будут заниматься. А заявку сначала делать? А там, да, надо в интернете найти заявку, да. Там заявка. Я, конечно, без сына бы ничего не поняла. Вообще, там еще условия, ты должен быть одинокий. Вот это условие, что ты... А я одинокая была на тот момент. Я разведена с мужем, сын со мной не жил тоже. Сейчас приехал. В общем, я была одинокая. Я все честно, ничего не соврала. Это правда. Но я не могу еще до сих пор отойти. Вот это в мае нас показывали. Ты видишь, как пенсионер работает с собой. Я такого отношения человеческого вообще за 60 с лишним лет не видела. Мы уважением смотрели все ее концерты. Вот, поэтому я вас... Прошу, поезжайте, поезжайте, если вы хоть чуть-чуть поете, поезжайте. И не факт, что там профессионал, никто не прошел, кто закончил. Театральный, консерваторию, видимо, там установка такая. Поэтому чем проще, тем лучше. Видимо, но не важно, дело не в этом. Все равно все было замечательно. Мы подружились, мы дружим, перезваниваемся, переписываемся. Даже ездим друг к другу. В общем, вот не могла удержаться, похвалиться. Спасибо вам. Кому подарить кассету? Кому подарить кассету? Отдыхайте, мальчики. Сейчас. Не, все. Так, мне бы каподастр, то забуду. Тут на виду должен быть. Я включаю. Давай. Замирала и кружилась голова.
Наша ты в час свидания разлучила нас гроза. Ты так сладко на прощанье целовала мои глаза. Ты так сладко на прощанье целовала мои глаза. А когда померкли ночи, мой дружочек дорогой целовал другие очи у березы над рекой. Целовал другие очи у березы над рекой. Ой, вы, ноченьки, ночи белые, что ж вы, ноченьки, со мной сделали? Лучше бы, ноченьки, я не знала вас, не катились бы слезоньки из глаз. Ой, вы, ноченьки, ночи белые, что ж вы, ноченьки, со мной сделали? Спасибо. А теперь к столу.